Александр Навасов, сегодня я играю в Far Cry 5, и сегодня мы продолжим играть. Итак, мы уничтожили Веру, мы это помним, точнее, я это помню, да. Я уничтожил Веру, и поэтому... В общем, я ее уничтожил, теперь можно спокойно здесь поиграть, может даже. Так. У нас осталось два региона, которые мы должны уничтожить. Я давайте мы путешествуем сюда. Раз. Так, это получается сегодня уже 17-я часть нашего прохождения, ребятки. В общем, да. Все самое интересное только начинается, по мне таки. В общем, ладно, проверим, посмотрим. И подумаем. Ладно. Так. И первым то, что я сегодня сделаю, ребята, в общем, не забудьте сейчас свернуть видосик, поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем, в общем, с самого прохождения. Потому что не хочу здесь тратить время такое. Так. В общем, сюда. Наши люди видели у бункера парня в шмотках центра Квейк. Похоже, он здорово расстроен. Думаю, стоит узнать, в чем дело. Так, окей, побежали. Так, тут у нас все есть. Давайте кого-нибудь возьмем, я не знаю. Потому что здесь... А, ясно, тут далеко. Так, давайте берем наших людей. Давайте я попробую взять, кого я там хотел взять. Давайте вот этих двоих тогда взять. Потому что меня не... Я хочу не пробовал, ну да ладно. Я потому что вам еще не показывал, да ладно. Так. Получается, они где-то спавнились, не? Буду через минуту. Так, как раз здесь. Недавно скинул балласт, так что я теперь на листе. Так. И наш персик, да. Наша пума, короче. Ладно, побежали. Погнали. Так. А, в принципе, не, он же на машине, да? Ну, типа, подъедете ко мне? Окей. Побежали. Твою мать, ты что там творишь? Спасибо. Все, давай. Бери тачку, мне насрать. Сейчас посмотрим, как-то сядет куда. Ну что, прокатимся? Ну типа, пума. Ладненько. Ну ладно. Поехали, что ли? Давайте. Едем, 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 едем. Надеюсь, она меня догонит. А, ну она нормально бегает. Она в машине садится, но она бегает хорошо. Стоп! Там, по-моему. А, ну да ладно. Едем, 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 едем. Поворот. Помогает. Так, какое-то дополнительное задание у нас. Нормально, она бегает, смотрите. Прикольно. Я просто не знаю, как с медведем я там буду дальше. Но я попробую, ребят. А, ну, ладно. Вот.
нормально. Я ее не убил. Думал, я убил. Блин. Так. Кто заказывал пинки под зад на второе? Нет, не туда. Не туда. Поехали сюда. Блин, да что ж такое? Почему я не могу проехать-то? Так. Я что-то, по-моему, потерял. Что-то я потерял. Я забыл. А в смысле, задание пропало? Алло. Как так? Ладно, допустим, ладно. Поехали тогда до туда. Твою мать, я сейчас воду просто. Там уже где-то лодка. Божечки, кошечки, ну и бума. Не, ну медведя почему-то здесь нет, не оказалось. Странно очень. Ну да ладно. Так. По-моему, мне нужен вертолет. Это Уэйд. Я не знаю, почему-то медведь пропал отсюда, блин, как так? Не может такого быть. Давайте, ладно, на чертов ангар тогда. Блин, а я мог уже переместиться? Да ладно. Почему же я этого раньше не сделал? Кто мне скажет? А помоги, а вот она. Так, чё, куда? Аэродром Лэндаун. Один пилот как-то раз отбил меня девчонку. Не переживай, я ему отомстил. Я сжёг его дом к чертям собачьим. Давай сделаем вид, что ты этого не слышал. Что-то я как-то не уверен. Так. Нет, ты такая стройная. По-моему. Так. Нет, не то. С тех пор, как эдемщики рехнулись, я за бензин ни разу не платил. Тут пал.
где? Это явно не наши. Твою мать, где ты? Погнали! Конечно! Что они там стоят? Что они творят? Залагали, что ли? Ладно, тебе больше всех надо, я понял. Прикольно, мы типа дети. Быстрее, ехай, ехай, ехай. Осторожно. Быстрее, 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 ехай. Вот, ехай, давай.
Сейчас посмотрим, там что еще можно пройти. И пройдем. Территории акула рассказывает свои какие-то истории. Так, ну чё? Где медведь? А где медведь? Опять это вы? Здесь было это. Запчасти теперь хрен достанешь. Тих нафиг все себе загребаешь. Так. Вертолет? Старик, есть только одна заповедь. Не попадись. Она открывается. Спасибо. Так, и как я попаду на крышу? Как мне попасть на крышу? Объяснит мне кто? С изолентой можно все что угодно. Ладно. Починить. Кроме семьи. Ну и дома, пожалуй. Так, бежим сюда. Это я не смогу почему-то. Так. Так, теперь надо как-то перепрыгнуть туда. Окей. Итак, я здесь. И что здесь надо делать? Стене оленья башка. Это как приходит к тебе такой кто-нибудь и типа: вау, круто! Природа прям тут, на стене у тебя. Чё надо делать? Может, что-то надо делать? Чё я сюда забирался? Явно не просто так я сюда забирался. Буду борчом. О, ты здесь тоже?
сейчас буду думать. Так, это туда идет куда-то. А что здесь делать надо было? Кто объяснит? Твоя мать сейчас не до этого уже. Бежим. Распечатай пачку люлей. Задание? Было какое-то задание, по-моему, здесь. Нет, да, здесь. Господи! Неудивительно, что они попали в моего кормильца! Цель-то здоровая! Кто? Разнесем тут все. Сэр? Одной ногой в могиле побывал. Я справлюсь. То есть уже стали появляться какие-то наши? Прикольно.
прячемся? Далеко? Твою мать. Дай мне. Да отойди ты от меня. Ты задрал. Сначала мы заедем туда, где ферма. Ферма это уже Яков, походу. Ян. Давайте тогда, знаете что? Я заспавнюсь. Где-нибудь здесь. Айтосов у нас есть. Так. По-моему, вертолеты. Здесь вот. Вот они, вертолеты. Так. Как эдемщики рехнулись, я за бензин ни разу не платил. Чё, нельзя? Придут в Гуакамоле. Закату придут в Мороз. Это Америка, нет?
Дело вот в чем. Когда-то давно у моей семьи была винокурня. Там делали лучшее в мире пойло. Макхеллен 57. Но винокурня разорилась, и все пропало. Но в записях моего прадеда говорится, что они выдерживали виски под водой. Попринеси мне пропавшие бочки виски, и я щедро тебе заплачу. Так. Все? Точно больше нет ничего? Патроны? Алтарь? Окей. Как раз. Тачка, вот смотри, какая прикольная тачка. Лестница? Да вы что? Все. Так, а еще что-то есть. Help me.
Давайте еще раз. У нас должно получиться убить всех. Давайте. Давайте еще раз. У меня не получилось с огнеметчиками, не знаю, как помочить. Точно. В любой непонятной ситуации буду бросать гранату в него. Потому что только граната. Наверное. Его убьет. Хотя не знаю. Давайте попробуем пройти. Погнали. Есть выписка из плана строения. Повезло, что он бывший мэр. Ты можешь пробраться внутрь по водопроводу. Тебе нужно найти синие трубы. Иди вдоль них и выйдешь к насосам. Будь осторожен, в воде может быть много блажи. Окей, давайте. Дальше.
бросаю. Дверь. Так. Окей, идем туда. Как забраться-то? Воду, но не остановишь блажь. Я тебя убил уже, ты что? Так, а что, как сделать? Делать так, ну ладно.
конечно, бросаю. Так. Бежим, бежим, бежим. Прикрой, я иду. Да. Скажи, мы размажем итемщиков по стенке. Я переберусь туда. Так, окей. Ладно, я на месте. И чё, куда? Так, здесь все. Так. Кого там убили-то, блин? Черт. Так, все двери открыты, все нормально. Посмотрим. Так. А в смысле я здесь опять оказался? Да ладно. Да вы что? Как я до сюда добрался опять? А, ну хотя ладно. Хотя ладно, я что-то... Что-то сделал, да ладно. Теперь погнали туда. Вижу этих ублюдков. Идти через дверь, да ладно. Прикрой, я иду. Давайте ТПшнимся тут. Где-нибудь. Давайте на ферму сгоняем. Лучше. Так будет лучше. Так, где у нас тут был вертолеты? Самое ближнее. Давайте, погнали. Может, какой-то пистолет себе купить, я даже не знаю. Что себе купить-то? А, может, автомат? У меня пистолет должен был где-то. Я даже не знаю, давайте посмотрим сейчас. Давайте продаем. А, нет. Странно, нет. Предмет, нет. Это не то. Потому что недоступны они.
Может, оружие какие-то? Вот какие есть. Автомат есть даже. 9000. 7000 это. Дробовик нет, дробовик мне не нравится. 7. А какие еще есть? Пушки прикольные. Нет, не то. Нет. Херня. Весло. Понятно. А, это я видел, да. Снайперки. Давайте я куплю автомат. Точно все. А, теперь все понятно, я просто туда не мог встать. Понятно. Так. Погнали туда. Всю игру хотел туда слетать. Поехали. Еще есть какие-то.
сяду. Дали мне все-таки собаку, давайте посмотрим. О, дали собаку, да? Действительно. А, кстати, дом. Надо посмотреть дом. Никогда не пристегивался, нечего. Йоу, у нас гости! Пума какая-то грязная. Да. Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чист. Я бы сказал. По-другому никак. Я все-таки джентльмен. Ну ладно. Господи! Неудивительно, что они попали в моего кормильца! Цель-то здоровая! Что если все преодолимо? Перчик? Что-то я как-то не уверен. Теперь мы едем туда. Значит. 13 минут. Так. Так. Погнали. Летаем, поехали. Гасит! К нам. А, ясно, спасибо. В общем, $1000 и я смогу. Ладно. Важно, мне это не нужно. Давайте последний.
ферму мы освободили, теперь мы едем туда. Спасибо тебе. Из упаковочного цеха Garden View доносились выстрелы. По нашим данным, сектанты забирают. Ого, что за херня? Блин, кто стреляет? Святош! Ясно! На помощь! Господи боже! Пойду помоги прогуляюсь! Мне! Прикрой! Ну типа... цеха Garden View доносились выстрелы. По нашим данным, сектанты забирают все, еду, людей, даже животных. Мы еще сможем остановить их, если поспешим. Ни хрена не круто. А где мой вертик? Где вертик-то, блин? Алло. Ладно. Ладно, поехали. Кстати, я умею говорить со зверями. Поехать. Иду. Так, бежим, 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 бежим. Руки, а то это станешь зомби. Слышала, сектанты сгоняют диких зверей к старому депо. На кой черт им это понадобилось? Вот так же стрёмно было, когда я скунса поцеловал. Случайно. Так, ладно. Что там такое? Давайте обратно вернемся. Где мы там были? О. Да блин, а где? Вот он. Там лететь будет долго. Ну да ладно. Или здесь есть поближе?
Давайте заспавнимся. Не, наверное, не заспавнится, не, вряд ли. Вряд ли. Ну, хотя давайте попробуем. Не, заспавнилось. Освободился. Thank you.
Сейчас. Так, поехали дальше. Ферму еще освободили, вообще прикол. И все это вообще сразу прям. То есть с вертолетом все проще стало. Летаешь просто и мочишься. И пофиг там подкрепление у них врага, вообще все равно. Я мочу просто всех и все. Никто меня не победит. Тихо, не уйдет.
насрать сейчас. Просто начнешь все и все. Чем меня выстрелили? Что за фигня? О, какая-то новая фигня. Ладно. Не дали меня уничтожить, ну да ладно. А было бы весело. Ну ладно, сейчас посмотрим, что нам игра приготовила на этот раз. Давайте. Они явились достойно. Проект. Проще будет всадить в него пулю. Не смей. Так, ладно. Окей, окей, окей. Так. Так, сюда. И куда и дальше? А, сюда. Странно, у меня нет пушек, но есть почему-то парашют. Что очистило меня от грехов. Я понял, что мои грехи не давали мне стать тем. Лагает. Я спасу тебя, помощник. Лучше разжать большие энергии.
отец одинаково знает своих детей. Верно. Мы просто спасаем. Кто это хотел? Отец спас нас. Идет коллапсы. Даже если я... Нам спасибо. Они простят нас за боль и страх, что мы принесли. Все. Тебе надо лишь сказать. Тебе повезло. Здесь ты должен лишь покаяться. На Востоке, скажем так, блажь может ударить в голову. Вера создала ангелов, но никогда не была к ним добра. Загружайся. Куда опять бункер, ребята? Блокировка входа. Обрушьте на них весь наш гнев, братья. Скажите да, я отдам свою жизнь во имя отца. Они ангелы, они разберутся. Дробаш. Тихо. Раз, два, три, погнали. Меня убили. Да ладно. Давайте еще раз. Давайте, у меня должно все получиться. У меня все было. У меня был шанс. Сейчас еще раз попробую. Я вышел из бункера уже. Там я вышел, понимаете? Давайте. У меня должно все получиться. Давайте. Обрушьте на них весь наш гнев, братья! Скажите да! Я отдам свою жизнь во имя отца! Тихо, там один. Они ангелы!
свои грехи. Пусть подавятся ими. Окунись в свой грех и поймешь всю тщетность усилий. Блин, у меня пушки пропали, алло, ребята. Как так-то? Прям в такой момент, блин, я попал куда-то сюда, смотрите. Не туда, куда надо. Блин, ладно. Так, я ехал сюда. Давайте, значит, я сейчас сгоняю, значит, к вертолету. Да, сюда. Thank you.
Ладно. Достаточно, я думаю. Нам не нужны неприятности. Умница. А теперь проваливай. Их мало, но два. Кто-то бункеры строит, а кто-то даже шины поменять не может. Так, где вертики? Часов есть польза. Ты просто гробишь секту. Спасибо, что навел порядок в районе Хинбейн. Не знаю, что нам теперь делать. Так. Я понял, что это из-за того, что я записываю видеоролик. Может лагать FPS. Дальше, давайте. Так, у меня еще 13 этих. Да ладно. Давай грузись. Стоп, куда?
куда бы я ни повернулся, почему-то сзади. Лагай, пожалуйста. Так, дальше. Сейчас. Так. Так, и теперь вот она. Погнали. Сейчас все будет нормально прогрузиться, и все будет нормально летать. Не знаю, что такое было. Ну да ладно. Давайте мочим. Почему они попадают? Так я попал. Okay.
Короче, не знаю, они как-то меня взорвали, как-то меня все-таки убили. Я не знаю, у меня хоть и все восстанавливается, но я все-таки не знаю, почему я не смог захватить. Наверное, потому что не было со мной акулы. Акула бы там всех разнес. Давайте так и сделаем. Нам надо только вот эту фигню пройти и все. Тогда. Какой-то ключ в этом все. А, ладно. Только сейчас осмотрел вообще персонажа там. Ладно. Так. О, у меня есть еще вертик мой. Хорошо. Давайте еще раз попробуем. Я очень далеко, но да ладно. Не важно. Видать, наш самолет был. Нам главное отключить всю эту фигню. У меня есть еще. Значит, у меня есть ракеты. Я могу ракетницей пульнуть в них. Ну а так, сейчас нормально все будет. Надеюсь. Если что-то будет не то, я сразу давайте стрелять по ним буду из ракет. Все-таки нафиг они здесь нужны, если из них не стрелять. Так, первое мы уничтожаем эту. Вся ракета, короче. Я запулил, лишь бы они не вызвали подкрепление. Прогрузись ты карты, ну пожалуйста. Полагается. Прошли. Что там интересно осталось у нас из миссий? Я, по-моему, все прошел, которые были возможны. Или, по-моему, что-то осталось. Осталось там. Ладно, ребят, это будет в другой части, тогда я пройду следующее задание. Ну а с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если вам нравится видео такого формата, снимать про Far Cry 5, там всякие прохождения, всякую такую крутую фигню, в общем, если вам будет интересно, обязательно подпишитесь на канал. Молодец, помощник. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, это важно, да. Ну и комментарии, если хотите. А идея-то хорошая.
Ну, в общем, мы прошли. В общем, спасибо тебе. Депо Копперхед — еще один бастион, который мы отвоевали у секты. И всем удачи, и всем пока.